экранизировать «Мастера и Маргариту», чтобы получилось. Ну, я мог бы возразить там, что есть такая возможность, что это вполне может получиться. Но вот Леонид Шварц, он, дай бог ему здоровье, действительно гениальный мультипликатор, полагает, что именно мультипликацией это под силу, причем это должны делать 3, 4, там, 5, может быть, разных художников. Московский слой один, иерусалимский другой, а мистический третий. Это надо делать более разнообразно, и именно в том жанре, которому доступны любые чудеса, и самое главное, которому доступны более поэтические образы. Это не должно быть слишком лобовым, слишком игровым, слишком человеческим воплощением. Это должно быть все-таки с определенным гэпом, с определенной ступенькой, порожком таким, да, я думаю, что действительно мультфильм по «Мастеру» мог бы быть великолепен, только это должен делать очень талантливый художник. А вот если бы Шварцману уговорили сделать иерусалимскую часть, не нарисовать, набросать хотя бы, как это может выглядеть, да, может быть. Но у меня есть ощущение, что Булгаков этого не хочет. Не зря же Наумов рассказывает, что его посетила Елена Сергеевна и сказала: «Володя, не огорчайтесь, это ни у кого не получится. Михаил Афанасьевич не хочет это экранизировать». Мне кажется, так правильно. Каково же мнение касательно Литинститута Горького?